Новосибирец вошел в Книгу рекордов России в категорию «Тимлидер». Он собрал самое большое количество волонтеров для мероприятия. Артем Назаренко – волонтер культуры. В марте этого года под его руководством на концерте «Басты» работали 55 человек. Сначала было волнительно, потому что я думал, что все-таки у нас, наверное, не получится, потому что такой сложный процесс, большая была база доказательная, потому что там так бы любой бы, конечно, мог бы попасть в книгу. Вот, мы верили до конца, но все равно какая-то доля сомнений была. Когда уже пришло официальное письмо на электронную почту, уже было приятно, уже все, уже выдохнули, что мы поняли, что мы все-таки уже это сделали, и оставалось только дождаться официального документа, и все. То есть такие вот приятные ощущения. Сегодня Артему вручили нагрудный знак, диплом Книги рекордов России, сертификат подтверждения. Наградили и других волонтеров, вручили письма регионального министерства образования и министерства культуры. Горожане принимают самое активное участие в разных событиях Новосибирской области. Помогают проводить диктант Победы, День города, День России, Библионочь. Общество созрело к тому, что и было всегда очень ценно в России. Это помощь соседа соседу. Никто же не рассчитывал ни на какие, да, там, материальные затраты. И в данном случае, мне кажется, вот это показывает увеличение количества волонтеров, вот, добровольчества, показывает, что в обществе назрела необходимость вот какого-то такого, знаете, приобщения друг к другу.